И вот мы снова в прямом эфире. Это «Утро на колесах», и мы уже на улице. Мария я Романова. Под зонтом. Да, под зонтом и в куртке. Я, как есть. Стойкий мужчина. И с нами замечательный герой этого утра. Это Николай. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Это первый случайный прохожий, которого мы поймали для того, чтобы сейчас вручить ему вот этот вот замечательный сертификат на 4 бокала пенного напитка и к ним прилагающуюся сырную огромную тарелку. В Риверсайде все это дело сегодня вы можете получить, но мы же не можем просто так вам это дать, правильно? Да. Вы скажите, вы вообще футбол любите? Футбол? Ну, как болельщик. Ну, как болельщик, да. Да. То есть вы знаете, что во время таких важных, да и неважных матчей принято кричать кричалки. Вот мы сейчас с вами должны придумать кричалку, но не про футбол, а про наш автобус, в котором, собственно, прямой эфир нашей программы и происходит сейчас. Ну, например, Саш, ну какой-нибудь пример. Про автобус, допустим. Утро добрым не бывает, выездная синяя студия помогает. Ну, а твоя? Не знаю, наш автобус лучше всех в жизни ждет сейчас успех. Вас, Николай. Николай, ваше слово. Утро на колесах, это очень классно. Молодец! Вы знаете, и это настоящий, я так сказать, рэперский подход, да. Ну, потому что Николай поделился тем, что он опаздывает на работу, и ему, видимо, действительно некогда придумывать кричалку. Это вам, Николай. Держите от всего сердца. И также возможность передать приветы всем тем коллегам, которые вас ожидают на улице, ну да, спешат на работу вместе с вами. Давайте вот прям в камеру приветы всем. И семье, калининградцам, всем, пожалуйста. Спасибо, всем привет, здоровья и счастья всем, и удачи. Ура! Спасибо, ура! Николай! Это прекрасное все. Утро с Николаем и Первым городским Дебитель телеканалом. Дебитель наш хороший. Все, Николай, мы вас отпускаем. Мы вас больше не задерживаем. До свидания. Так, ну, а вы действительно уже имеете возможность наблюдать меня в пуховике и под зонтом не просто так, потому что на улице накрапывает дождь. Спасибо, Маша, что сказала об этом. Да, ладно, вот так. Да ладно, уже весь промок. Время прогноза погоды у нас в прямом эфире, спонсором которого является центр продажи и обмена автомобилей «Реал Авто». Итак, сегодня в Калининграде действительно облачно, действительно дождь, и температура воздуха прогреется всего лишь до 9 градусов тепла. А вот если бы вы уже уехали или улетели бы в Гданьск, то там вас ожидает целых плюс 13 градусов тепла, правда, облачно. Ну и вероятен тоже дождь, наверняка. Да. Так, в Вильнюсе у нас все немножечко получше, там нет дождя, там солнце, там прекрасно, но плюс 7, там холоднее всего. Так что оставайтесь здесь, в Калининграде, под дождем, но в тепле. Ну, а если вы нас смотрите дома и еще только завариваете свой кофе, вам будет интересно почитать еще и про звезды, потому что звездная рубрика у нас пойдет сейчас во время клипа, спонсором которой является «Алагон». Да. Это сервисный центр по ремонту бытовой техники. Поэтому смотрите клип, читайте внимательно про свой знак зодиака, ну и встречайте утро с Первым городским. Это Мария Романова, Александр Виноградов. Побежали в автобус. Побежали. Устал.